А вот еще один момент, когда законы пишутся для того, чтобы их нарушать. Что такое закон? Я говорю, законов не может быть, законы только сверху. А это у нас есть правила. А правила можно менять. Так же, как правила ПДД меняются. Сегодня круг главный, завтра квадрат главный. А, можно, я считаю, нужно, потому что Уго Чавес вел конкретно патриотическую линию. Он поднял свое государство, и он хороший эталон президента, так сказать, управителя своей нации. Его любили, это самый главный критерий, когда любят человека, управляющего страной. Это очень многого стоит. Он очень хорошую и правильную политику вел, поэтому нам стоит перенять не только его имя и фамилию, но и часть его внутренней политики.